I'm the greatest. Родные стены не помогли в одиночном разряде. Никто из казахстанских теннисистов не смог пробиться во второй раунд Forte Challenger категории 100. Последний матч первого круга из наших спортсменов проиграл Дастанбек Ташбулатов. Здравствуйте, меня зовут Сабиб Айбусинов. Это видеодневники Forte Challenger и ближайшие 10 минут все о теннисе. Для Дастанбека Ташбулатова этот турнир один из самых крупных во взрослой карьере. На соревновании он получил вайлдкарт от организаторов. В первом круге по итогам жеребьевки уроженцу Шымкента и воспитаннику Тим Казахстан предстояло сыграть с четвертым сейным турнира индусом Пражнешем Гунасвараном, входящим в топ-150 мирового рейтинга. Их первая встреча на корте продлилась чуть более часа и закончилась в двух сетах, не в пользу казахстанца. Было какое-то небольшое волнение в течение всего матча. Я думал, после стартовых геймов она пройдет. Но моментами она, наоборот, возросло, и поэтому было много ошибок. Я часто вел на своей подаче 30-0, на приеме 30-0. Также были брейкпоинты, которые я не реализовал. Но, в принципе, матч, я думаю, не по счету. Были хорошие поинты. Что по поводу соперника скажешь? Ну, то есть, какой он такой достаточно мощный. Да, хорошо играет. Очень хорошая подача. Форхенд постоянно старался меня давить. Играл очень агрессивно. Практически не давал мне шансов, чтобы я входил в корт. Но я старался играть активно и сыграл как смог. На важных мячах он не делал простых ошибок. Я думаю, что очень сильный турнир. Я думаю, возможно, неудачный первый круг был с сеточкой, не очень повезло. Ну, я думаю, на втором турнире мы сыграем все лучше. А так хочу поблагодарить Федерацию тенниса за возможность участия на этом турнире. Удачно складывается выступление казахстанских теннисистов в парном разряде. В четвертьфинал челленджера уже вышел Денис Евсеев, который играет с узбекистанцем Денисом Истоминым. Свой первый матч в паре после неудачи в одиночке выиграл Дмитрий Попко. Его напарник – представитель Грузии Александр Митревели. Статус первой пары турнира в среду подтвердили казахстанец Александр Недовесов и украинец Денис Молчанов. Стоит отметить, что играют они вместе немногим больше месяца, но тандем уже успел завоевать два трофея на турнирах в Турции. В стартовом матче они не оставили шансов казахстанскому дуэту Сагадату Аяпу и Данилу Озерному. Ну, к турниру был не особо сильно готов, потому что тоже за два дня до матча узнал то, что буду играть. Ну, во-первых, спасибо Федерации тенниса Казахстана, то, что предоставили вайлдкарды. Ну, уровнем для себя, игрой, можно сказать, довольный.
Но результата нет, но игра была не настолько плохая, не по счету. Некоторые идеи не получились, взяли они больше опыта, больше своим стажем, можно так сказать. Сегодня как хорошо начали у вас... Ну да, до какого-то момента держались, где-то концентрацию потеряли. И с такими игроками, как они, нельзя терять такого. То есть даже где-то слабину все тебя сразу продавит. На одиночке я волновался очень сильно, если честно, перед матчем, потому что никогда еще не играл на таких турнирах. И вот сейчас на паре я, ну, более-менее меня отпустило, и я лучше играл, показал свой теннис. Я не знал, что я буду этот турнир играть, потому что тренеры позвонили за один день до матча и сказали, что, ну, ты играешь турнир, пару, а потом выяснилось, что я играю еще и одиночку квала. И я вот неподготовленный, как бы чуть-чуть с волнением вышел на матч. Один теннисный матч обслуживает порядка 10 человек. Судья на вышке, линейный и, конечно, болбоя. Те самые мальчики и девочки, которые подают игрокам мячи. До эпохи коронавируса они подавали теннисистам и полотенца, но сейчас это не входит в их задачи. Кто эти дети, которые вновь и вновь возвращаются на корты, чтобы увидеть любимых теннисистов? Я сюда попала каким-то необычным способом. Просто знакомая сказала, вот я тут работаю, и почему бы и нет, я решила попробовать. Здесь работать несложно и очень интересно. Поэтому меня прям манит сюда идти. Здесь сама атмосфера и то, что ты стоишь на корте и прям, ну, сам присутствуешь на игре, это очень завораживает. Было лето, 2019 год. Я стояла на корте и чувствовала мандраж. Меня тряслись руки, я думала, сейчас у меня ничего не получится, но старенький был бой, меня поддерживали и сказали, ты новенькая, у тебя все получится. То, что сейчас игроки будут говорить, вот ты ничего правильно не делаешь, и ругаться может быть как-то, но все прошло, и я сейчас здесь, и у меня все получается. Много бегаете во время матча? Да, много, особенно когда переходы и всякое такое, нужно перекатывать мячи, а так... Легкая работа, если тебе нравится, и ты ловишь от этого кайф, так что все получится. Есть девочка, она говорит, что у нее Макдональд любимый, и она всегда просится на корт, чтобы, ну, отработать вместе с ним, так скажем. Иногда попадал мяч, но это бывает с каждым. А так, интересный момент, скорее всего, мне кажется, самое интересное, это когда игроки злятся и ломают ракетки. Каждый теннисный турнир – это особенная атмосфера, которую создают люди, задействованные в его организации. От директора до болбоя. Огромная команда и сотни человек, которые работают как единый механизм ради единственной цели – дарить этот праздник тенниса. Например, есть такие ребята в теннисном мире, которых называют помощники на корте. Задача заключается в том, чтобы корт всегда был готов перед матчем. Первым делом мы готовим воду, проверяем в холодильниках. Вторым делом мы идем, проверяем мячи. Должно стоять в коробке 15 банок мячей. Потом мы проверяем, чтобы стояли полотенца и антисептики. Как подготавливаем матч, передаем по рации то, что мы подготовили корт. И дальше следующая задача заключается в том, чтобы люди не ходили во время матча. Во время игры люди не должны ходить, вставать и разговаривать громко. И выключать должны первым делом телефоны. Как это проходит? Если человек вдруг заорал или включил телефон, ему делаем первое предупреждение. Если он не понимает, то второе предупреждение уже выводим. В четверг в одиночном разряде пройдут игры 1/8 финала нижней части сетки. В четвертьфинале пары сыграют три представителя Казахстана. Традиционно все матчи челленджеров в прямом эфире вы сможете посмотреть на официальном сайте Федерации тенниса Казахстана. Там же почитать последние новости и напомню о том, что много полезной информации на страницах Федерации в социальных сетях. На сегодня все. Пока. I'm the greatest.